Здравствуйте! Пришло время делать новое открытие на территории здоровья. И сегодня у нас с вами есть уникальный шанс узнать, как превратить еле заметную тропинку в настоящее шоссе к жизни без болезни. Следовать здоровому образу жизни – задача не из легких. Помимо всего прочего, здесь нужна железная сила воли. Ведь так много вещей, которые искушают нас буквально на каждом шагу. Например, сложно в знойный день устоять перед соблазном и не выпить стаканчик-другой чего-нибудь прохладительного. А как быть с консервантами, подсластителями, сахаром и прочими компонентами, которые несовместимы со здоровьем? И если мы, взрослые, можем сжать волю в кулак и сказать свое «нет» заморским газировкам, то как быть с детьми? Но сегодня и эта проблема решена. Я люблю газировку, но много ее пить нельзя. Мама принесла домой новую водичку со вкусом шиповника, и мама сказала, что она очень полезная. И теперь я ее буду пить всегда. Газированный напиток «Таежный дар» – товар уникальный. Он выполнен на основе натуральных компонентов и таежных трав. Ни консервантов, ни сахара вы в нем не найдете. Не стоит забывать и о том, что «Таежный дар» не только дарит здоровье и долголетие, но еще и освежает в летний зной и дарит силы в рабочий полдень. Всем требованиям экспертов он также соответствует. Для всех видов напитков безалкогольных предъявляются одни требования безопасности, одни показатели безопасности. Это содержание основных токсичных элементов – свинец, мышьяк, ртуть – и показатели микробиологической чистоты, то есть микробиологической загрязненности. Вот по этим напиткам, по этим показателям напитки все оцениваются. Но каждый напиток по показателям качества оценивается особо, потому что практически на разные группы напитков имеются свои нормативно-технические документы, которые определяют основные показатели качества. Это и вкус, и цвет, и запах. Одним словом, утолять жажду таежным даром могут все, и старый, и млад. Родители, в свою очередь, могут не переживать, что тяга к газированным напиткам может отрицательно сказаться на здоровье ребенка. Ведь, как утверждают специалисты, таким образом можно совмещать приятное с полезным. Вряд ли найдется кто-то, кто может устоять перед шипучим источником здоровья, иммунитета и оптимизма. Детям можно также употреблять этот напиток и с 3 лет, можно немного с раннего возраста. Но в силу того, что как бы он является несколько газированным напитком, это уже как бы на усмотрение своих родителей. Но с 3 лет спокойно можно употреблять. Но еще раз оговорюсь о том, что индивидуальная непереносимость продуктов, входящих в состав. Это как бы указано на каждой бутылочке, здесь где-то каждому предлагается своя инструкция, необходимо перед ней ознакомиться. Так же, как мы употребляем любой продукт в пищу. Не пойдет во вред таежный дар и тем, кто уже не молод. Ведь самое важное, что нужно человеку в преклонном возрасте – здоровье. Как показывает практика, пожилых магнитогорцев не проведешь. Химии они не доверяют, горсти таблеток глотать не желают. А быть в хорошей форме, легко просыпаться и вовремя отходить ко сну хочет любой человек, будь ему хоть 30, хоть 60 лет. Вот и выходит, что полезен этот напиток не только тем, кто только начал делать свои первые шаги по этой земле, но и тем, кто топчет ее не первый десяток. Вы никогда не задумывались, почему сибиряки всегда слыли самыми здоровыми людьми? А потому что в таежных травах огромная целебная сила скрыта. Я как просто потребителя, конечно, всегда предпочту именно напитки на натуральной основе, значит, нашего отечественного производителя. Говорят, что здоровье не купишь. Тем не менее, каждому из нас под силу оказать помощь собственному организму в противостоянии недугам. Безусловно, таежный дар не панацея от всех напастей, однако свое дело этот напиток делает, укрепляет иммунитет и наполняет нас целительной силой природы. Нет такой болезни, от которой у природы не нашлось бы лекарства, и наша сегодняшняя встреча тому подтверждение. Территория здоровья не прощается с вами, а лишь говорит «до свидания».